Всем привет, меня зовут Алекс, и это продолжение игры Cuphead. Сегодня мы пойдем кататься на карусели. Беппи the Clown, блин, вот это, конечно, будет забавно. Ну, посмотрим, что там получится. Ну, я думаю, с этим оружием, конечно, у нас получше получится. Блин, вот это, конечно, да. Ну, с первого раза, как бы, падла. Утка, падла. Да не, это уже бессмысленно. Вот. Есть главное тонкий расчет. О, вот это суперски получилось. Так, теперь нужно, значит, паровозик. Так, это, блин, кстати, оружие очень хорошее. Так. Оу! Блин, оружие просто офигенское. Как я его раньше не видел. Опа, вот это плохо. Ну, давай, давай, умирай, падла. Умирай, зашибись. Сколько тебе еще бить? Говна кусок. Че? Заревел. Вот это, наверное, самое сложное. Ух ты! Какой быстрый поезд. Оу! Блин, это плохо. Почти прошел. Блин, это круто, кстати. На этих первых этапах вообще нельзя здоровье терять. Вообще никак. Кря-кря. Кря-кря-кря. Блять, сам на себя лампочку уронил, дуралей. Давай. Почему вот на него лампочки их не падают? Да уток заранее просто бить, вот оно что. Оружие на самом деле очень хорошо сюда подходит, надо просто вот так вот делать. Чтобы нам как бы не просрать. Блять, ну как можно было здесь вообще? Блять, две жизни просрать, вот просто ни на чем. Так, 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 так. Следующий этап какой? Следующий этап и шаг. Ну умри, умри, мразь. Зашибись. Сейчас паровозик этот проклятущий ускориться должен. Давай, 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 давай. Умри, говна, кусок.
Ура! Ё-моё, как я давно пытался его тоже кокнуть. Зашибись. Как говорится, новое дыхание. Сделал перерыв, и появилось второе дыхание в этой игре. Даже на две звезды. На бэшечку. Вот это огонь. Теперь набор оружия у меня правильный. С этим спорить невозможно. Я думаю, вы заждались роликов моих по Капхеду. Потому что скажут, вот такой вот нехороший человек. Проходил, я смотрел, тут такой бац, типа и нету больше. Контракт Бепизекла у нас закрыт. Ну, собственно, дьявол получил его душу, бла-бла-бла, туда-сюда. Все, и мы проходим вот сюда. А здесь мы будем изучать уже в следующей серии. Благодарю вас за внимание, ребят. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, вступайте в паблик ВКонтакте, жмите лайки. И до встречи в новых роликах прохождения Cuphead, стримах и других роликах по прохождению игр. Всем удачи и пока.